хочеш доживать? А с кем будешь доживать, голуби с сосенькой? После хорошего отдыха и петь хочется, говорит Татьяна Жеребная. Здесь, в одном из сочинских санаториев, ей удалось ненадолго забыть о делах. А их у члена Совета ветеранов и активистки родного поселка Эстосадок всегда хватает. Сейчас у нас еще не сдан клуб полностью, но он действует. Праздники проводятся очень-очень активные. Организовано. Вот сейчас День пожилого человека был прекрасно прошел. Приближается День матери. Опять готовимся. 27 человек пожилого возраста, но активных и молодых душой получили этот короткий отпуск. Ходили на экскурсии, лечились и набирались впечатлений. Воспоминаниями о фонтанах в Олимпийском парке многие поделятся дома, а там их уже ждут. Ведь среди этих людей члены ТОСов, домкомы и просто неравнодушные к проблемам города. В общем, все те, кто занимается организационной работой. Вот и депутат городского собрания Константин Гергишан признается, как важно власти иметь поддержку граждан. Впервые народные избранники решили выразить благодарность активистам именно таким способом. Когда непосредственно столкнулся с общественной работой, удивился, насколько много труда вкладывают вот эти люди в организацию всех общественно-политических мероприятий. Сегодня так вот вы видите, как они дружно здесь отдохнули, с хорошим настроением вернутся. Это очень благодарные люди, и нам хотелось им сказать спасибо. Но домашние пока подождут. Путь лежит в городское собрание Сочи. Здесь с отдохнувшими активистами встретился его председатель Анатолий Луцик. Он выразил надежду, что подобные инициативы станут хорошей традицией. Ведь пока путевки получили лишь жители Адлерского района. Но работа с населением продолжается во всех уголках курорта. И те, кто ее проводит, достойны самой высокой оценки своего труда. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.